Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит. Мы продолжаем путешествовать в зоне. Да. Ой, так, хорошо. Я забрал эти аномалии, короче, этот пистолет. Биг Бен этот, да, Большой Бен. Ну, фигня какой-то. Я не люблю Desert Eagle в этом, в Сталкере, потому что... Да, мощные, что дальше? А вот это я... Как я могу этим пилить, смотрите. То есть намного лучше. По факту. То есть в голову, если попадать с того, с этого, то же самое. Но на это... Этим удобнее на ближних дистанциях отбиваться. А чаще всего для этого нужен пистолет. То есть... Как-то без разницы. Зомбарям хедшот поставить. О, нормально вполне. Одного убьет, другого не убьет, но как бы... Но этот... Как оно? Нокдаун. Да. Мама. Поэтому лучше я этот пистолет оставлю. Мне как-то с ним удобнее, честно говоря, чем с этим Большим Беном. Тебя нельзя пойти, пойми это. Сейчас очень важно сделать калибровку. Не плевать, я один никуда не пойду. Я тебя очень прошу, сделай это. Мы все от этого зависим. Ракутанг. Благодарю вас, меченый, так? Вы помогли моему коллеге Круглову спастись, и в знак признательности я хотел бы вручить вам наш рабочий костюм. Очень удобная штука, знаете ли. Возможно, я мог бы еще чем-нибудь вам полезен. Я ищу лабораторию X-16. Бармен сказал, что вы можете знать о ее местонахождении. Нас уже давным-давно интересует лаборатория X-16. Вернее... то устройство внутри, которое генерирует излучение, непосредственно влияющее на сознание людей. Вынужден разочаровать вас. Туда не пробиться без специальной псизащиты. Результат будет заведомо трагичен. Даже если удастся избежать полчищ зомби вокруг входа в лабораторию, вы рискуете превратиться в одного из них. Все это очень серьезно. Правда, мы разработали устройство, которое помогает экранировать излучение, но для более точной настройки необходимо провести ряд дополнительных замеров. Если вы поможете нам в этом, через некоторое время мы, пожалуй, сможем предоставить для полевых испытаний окончательно оттестированный прототип. Замеры? Если вы вместе с нашим сотрудником сделаете все необходимые замеры, я подготовлю к работе прототип защитного устройства и отдам его вам. Оно, скорее всего, позволит проникнуть в лабораторию. Хорошо, я согласен. Ну вот и отлично, поговорите с Кругловым и отправляйтесь. Он уже снаряжен всем необходимым. Хорошо. Да-да-да? Да, вот именно что да-да. Дурак-то несчастный. Я этот продаю, потому что он в плохом состоянии, а вот этот себе возьму. Так, это я тоже продаю. Не хочу я с этим Большим Беном. Не люблю я Desert Eagle в этом, в Сталкере. Так, что там? Я вот это так, и вот так, и вот так. Мне должно остаться так, 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 и два таких. Все правильно, да. Все, я богат, у меня 127 да-да? Тысяч рублей. Это я одел. Это тоже одел. Ну и да все, да? Короче. Что, да-да, подожди ты, слышь, да-да. У тебя патроны есть нормальные? Во, то у меня патронов никак нет. И бинты, и вот это вот все, давай, короче, да. Красавчик. Красавчик, Биджо. Так. Подожди. Да. Круглый. Поехали. Да, да, давай, давай, готов, пошли. Давай. Идем, Круглов, идем, идем. Мы с тобой такие сейчас дела сделаем. Никто такого не делал. Куда идти-то, Круглов? Сюда, наверное, куда-то, да? Или нет? Быстрее помидорами шевели. По-моему, все, да? Давай, 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 веди меня. Красавчик ты наш. О! Врачишка. О! Тихо, 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 ты там не помри, смотри мне. Подожди немного. Сейчас я замерю, и мы двинем дальше. А, хорошо, давай.
Давление в норме. Надо идти дальше. Я с тобой согласен, надо идти дальше. Что-то трясет, как бы выброса не было. Круглов, ты давай аккуратненько это, понял, да? О! Держите меня, тёмера! Нафиг тебя держать, ты жирак. Тупой ты, чё? Держать тебя что-то еще. Так. 39, нормально. О, здорово. Так. О, слышь ты. Это ты не надо, понял? Откуда это? А, молчать. А, это Круглов, что ли, стреляет? Я вообще не могу понять, такой бардак идет. Вот что значит, два дня в Сталкер не играл. Все забыл. Это ты. О! О, снорк. Быстрее, это Круглов, шевели батонами, потому что потом сам понимаешь, может быть все что угодно. Детектор, что ли, барахлит? Ага. Мечели, нам надо чуть глубже идти. Тут я ничего понять не могу. Глубже идти? Ну пойдем глубже, куда идем-то? Давай, давай, веди меня. Куда? А, сюда? Ну давай, делай свои замеры. Чёрт! Судя по всему, надвигается выброс! Мечели, беги! Сейчас такое начнется! Давай, давай. Выбросом накрыло, да. Клык, мы не можем его так бросить. Бросай. Ему уже ничем не поможем. Скоро выброс. С ним мы не пробьемся. Нет, Клык, я его не брошу. О, он живой. Ой, мама, ой. Живой? Ну вставай, вставай потихоньку. Уже все, закончилось уже. Надо да. Скорее выбираться отсюда. Замеры есть. Осталось добраться до бункера. Все, давай, твои полномочия уже все. Пошли отсюда. Шевелись, шевелись, не тормози, понял меня? Давай. То я тебя знаю, ты тормози, ты вообще умелец. Умелец, прямо скажем. Давай, Круглов, ты можешь, я верю в тебя. Ты настоящий рачок. Давай, давай, красава, Ракутагин. Что у меня там по патронам? Ну, еще нормально. Ну, так, в общем-то, да, не особо, но нормально. Сейчас еще у Дока купим, если он нам еще предложит. Я еще патронов купил у него с удовольствием. Давай, давай, давай. Шевели помидорами. Так, здесь что мы имеем? Здесь тихо, да, все? По-моему, у Круглова проблем не будет. Он не будет нагнут местными зомбарями. О. Фига тут пасмурно. Как вот какие-то... у Сталкера есть... Так, как вот можно описать красоту Сталкера? Не красота, а вот знаете, такая... Пасмурная такая... Пасмурное очарование. То есть такие облака, тучи. Полумертвая природа, зоны. Да, сочненько. Лаборатории. Давай, шевели помидорами, быстрее. Круглов, ты можешь. Вот. Черт. Вот замеры. Тут, тут и тут. Все точно. Точнее быть не может. Хорошо. Сейчас я попробую настроить прототип. Это вы что так, через стенку общаетесь? Они, сука, это экстрасенсы, оказывается. Ну давай, давай, настраивай. Настройщик. Да-да? Вы отлично справились. Если замеры верны... то прототип обеспечит максимальную защиту от излучения. Если, вот в чем вопрос. Мне, между прочим, с ним бегать, а не тебе. А, рад это слышать. Меченый, теперь ты сможешь пробиться в лабораторию. Да. Но если не отключишь излучатель, то даже с пси-защитой долго там не продержишься. Мы рассчитали примерное местонахождение излучателя.
Он находится в подземном помещении. Я тебя отметил на карте. Ну ладно. Как именно попасть в лабораторию Х-16? Где находится вход? Проблемой лаборатории занимался Васильев. Около недели назад они вместе со сталкером по кличке Призрак попытались проникнуть в лабораторию. Через несколько часов нас порядком тряхнуло, и излучение на время пропало. А еще через час мы получили сигнал от Васильева. Сигнал шел с болот, но потом пропал. По всей видимости, Васильев погиб. У него была точная информация по лаборатории. Где она находится, как в нее попасть. Попробуй отыскать его тело. Возможно, найдешь и сведения о том, как отключить излучение. Все известные нам координаты я тебе скинул. Безусловно, было бы интересно взглянуть на эти документы. То есть вы думаете, что они у Васильева? Возможно, в любом случае начинать нужно с поиска тела Васильева. Только в этом случае есть шанс получить точную информацию о местонахождении лаборатории. Где-то там должны быть и тело вашего коллеги-призрака. Вы знаете, как мне показалось, он знал о Х-16 значительно больше, чем говорил. И если он каким-то чудом выжил, хотя, конечно, надеяться на это глупо. Хорошо, попробую. Так, да-да? Есть у тебя еще это? Во, да ты вообще красавчик, нормальный тип. И это давай, и вот это все давай, я согласен. Во, молодец. Вообще ништяк. Все, с патронами проблем нету. Ты тут оставайся, ты ракуй дальше. Это что? Вспышка? Еще одно что? Ладно, уже потом разберемся. Так. Сохраняемся и бежим. Что-то сейчас должно произойти. А что один вход? Тут же два входа было раньше. Один, видать, замуровали, потому что зомбаков слишком много. Видите, охраны нету, ничего нету теперь. Раньше его хоть охраняли этого ученого, а теперь нифига подобного. Так, что мне тут надо? Обыскать Васильева, поговорить. А, я тебе уже говорил, что да-да, ты задолбался звонить. Да. О! Ты не пугай так, блин, скотина несчастная. Придурки. Так, ладно. Нафиг они мне, собственно говоря, нужны. Мне нафиг не нужны, правильно? Правильно. Чё ты? О, Ми-6, кажись, вертолет. Да, вертолет Ми-6. О! Нашел с кем стреляться, Ракутагин. А ты что, самый борзый, что ли? Лежать, мой хороший. Ты нагнут, да. Это вертолет, друзья, Ми-6 называется. По-моему. Да, вроде Ми-6. Большинство из вас, наверное, видели вертолеты Ми-8. Ну, обычные такие у нас военные, там и гражданские тоже сообщения ими осуществляются. А это Ми-6 вертолет. Я такие только в детстве видел, когда маленький был, когда на севере крайнем жил. Вот они припасы тоже возили. И еще они, по-моему, знаете, что возили? Я жил просто на крайнем севере, вообще в тундре, реально в поселке таком жил. Они возили на таком вертолете, привозили этот ядерный ящик там. Отопление осуществлялось, ну, электричество, подача, все это, за счет ядерной энергии. Там ящик такой привозят, ну, такой приличный, ну, такой нормальный, в общем, да. Крупный ящик привозят на вертолете. Внутри ящика радиоактивные элементы и, ну, какие-то, видать, идут от него эти отводы металлические, чтобы энергию подавать. И все это много слоев свинца идет. Чтобы излучение не давало сильного. Вот так вот на крайнем севере. Не знаю, как сейчас, а раньше вот так электричество обеспечивали. С помощью таких ядерных ящиков. Ну, ядерных, короче, радиоактивных. Не знаю, что там было внутри. На вот таком вертолете привозили. Они большие, блин, они в два раза больше, чем Ми-8. Так, ну ладно. О, Ракутагин, вот он. Все необходимые документы у нас. Ага. Мы знаем, как отключить излучатель. Вместе с призраком продолжаем спускаться в лабораторию. Зомби повсюду лезут на свет. Все летит к чертям собачьим. Призрак абсолютно невменяем. Несет какой-то бред. Похоже, его накрыло излучением. Я все бросил и ухожу по тоннелям. Я на болотах. Где бункер? Черт подери. Я не могу определить, где я нахожусь.
А у меня нет. Патроны у него кончаются. Надо было у Сахарова покупать побольше. Короче, друзья, вы поняли, да? Ситуация непростая. Ребят нагнуло. Призрака, похоже, где-то в комплексе. Он сказал, что призрак не в меня, я хожу через трубу какую-то, что-то такое. Он сказал. Да? То есть нагнуло призрака там, внутри. А, точно, у призрака же есть информация. Вот как мы правильную концовку получим. Только я не помню, где он там валяется, этот труп этого призрака. И как туда попасть? Как туда попасть, в самом деле? Надо же как-то попасть туда. Наверняка можно. Так. Наверное, как-то не так. Наверное, как-то вот там. По-моему, в этой части вот здесь ход будет, да. А не в обход. Ладно, сейчас разберемся. По-моему, тут, правда, не будет этого входа через подсад. Тут как-то по-другому будет. Ладно, сейчас разберем, что первый раз, что ли. Мы не таких нагибали. В общем, вы знаете, да. Мы не таких нагибали. Сейчас нагибчик будет качественный. Тай-та-дай, тарам-па-па-па-пай. Снорка весело нагибай. Вот так, гад. Подожди, стой, я перезаряжусь. О. Ха-ха, нагнута деточка, да. Так, это я забираю. Так. Я, по-моему, бинтами сейчас чаще лечу, чем аптечками. Все храню их. Не знаю, правда, зачем. Ща-ща-ма-ща. Так, лежать, падла. Да ладно, ну ты прямо, я не знаю, прямо такой кричишь, не знаю. Что-то случилось, что ли, нет? О, молчать, гад. Сейчас нормально разживемся тут, хабарчиком неплохо. Во. Мама. Я не твоя мама. Так. Так. Во! Патрончики, ништяк. Я счастлив. Ага, вот в этом здании, значит, получается, да? Получается, да, по карте, судя по всему, если так судить, то где-то здесь. Нагнуто. Быстро и четко. Хэдшот тебе. Спокойно, спокойно, Рачелло. Где ты здесь? Снорка ничего не бывает. Ну или бомжи какие-то снорки, вообще пусто. Не-не-не-не. Так. Абай, Шамай. Как залезть-то? Или может не здесь? Да не, наверное, снизу. Сейчас помним. Да я не вспомню, потому что я не помню. Такие мелочи, как зайти в здание, не вспоминаешь же, когда проходишь. Сейчас. Или что? А! Да-да-да, лаборатория это наверняка под землей. Давай. Сейчас главное найти призрака. Надо найти призрака. Молодец, Меченый. Все-таки добрался до лаборатории. Для нас крайне важно изучить установку, которая там находится. Попробуй ее отключить, чтобы мы смогли ее исследовать. Хорошо, хорошо, исследуем. Послушай, Меченый, прототип не сможет долго защищать от сильного излучения. Ага. Я предусмотрел такой случай, поэтому, когда ты попадешь под сильное воздействие, включится таймер. Когда время истечет, прототип перестанет тебя защищать. Будь осторожней и не забывай про таймер. Таймер. Нет никакого таймера. О, база!
Ах ты, шлюпка надувная. Ты подкрадывался, значит, да? В шею тебе за это. Они, блин, говно всегда кидают. Хватает. Так. Так, сюда нет. И как? Чё с лифтом-то? А, во! Там снор ползает, видел. Хедшотов нараздавал гадам и все. Надо сморка сразу. Ох ты, сука, жопа! Да, очково. Как говорится, чем дальше, тем очковей. Ну ничего страшного. Мы справимся. Мы справимся, ребятишки, правильно? Чё, нам первый раз, что ли? Мы в таких местах бывали, с такими противниками сражались. Сколько приключений было с Ракутагином. Такие вообще реально были непростые ситуации. И всегда справлялись, всегда выбирались. И сейчас выберемся. Я надеюсь. Так. Во! Мы еще и этот нашли. Ракутанговский аргумент. Радиация минус 30. Может, ничего поменять? Кровотечение, выносливость... В принципе, вот это можно, кстати, заменить, да? А, кровотечение, вон оно сколько, да? А хотя нам хватит. Поставим, у нас вообще радиация нам пофигу будет, абсолютно. Минус 60 радиации. Конечно, ХП станет меньше. Ну, это как бы... Это решается сохранениями. Да. Ничего у тебя нету. Так. Гранату, кстати, можно взять. Эвки надо собирать, хорошие гранаты. Ну, не все, конечно, они готовы. А, да-да-да! Умри, гад. Так, нормально, справились. Все у нас получается. Не та кнопка. Так. Идем вроде неплохо. Приключений, конечно, хватает, но мы целы. В целости, сохранности, скажем так. Продвигаемся вперед. О! Артефакты. Ой, патрончики. Патрончики, правда, мне нафиг не нужны. Такие. Видите, как я от пистолетом отбиваюсь там от снорков и так далее. То есть, а у Биг Бен, в котором 7 патронов, не, ребят. Ну, не катит он. Ой! Мамочка! Ох вы, суки, убивают! Не понял, где он есть. А вон он. Блин. Иди сюда, я тебя не боюсь. Я уже знаю, что ты есть, поэтому мне не страшно. Сюда иди, гад. О, патрончики, нормально. Ты еще и не один. Че, двое на одного, да? Жопу, надо менять обратно. Ну его нафиг этот колобок. У меня есть минус от радиации, хватит. И вот так пусть будет, да. Его есть, твари. Сучки несчастные. Готов.
Я просто не ожидал, как-то это так. Как-то так стремительно нагнулся, всё, ваншотнул, сука. Болтовщик хренов. Ой-ой-ой. Сам, сука, в Титане хрен побьешь. Урод проклятый. Так. Так, ничего страшного. Внимание, критическое излучение. Немедленно покиньте опасную зону. Хорошо. А, вон я у цели уже. Вот там, да? А, понятно. Вспомнил. Сейчас все сделаем. Главное успеть. О, 3 минуты. Говно. Тихо. Правда, чуть говно не случилось. Внимание. Критическое излучение. Немедленно покиньте опасную зону. Так, вроде нагнуло. Да подожди ты опасную зону, ничего она не опасная, хорошая зона, мне нравится. Я тебя сам замочу, понял? Ой-ой, жопа! Блин, все колыхается, ничего не поймешь. Ладно, бежим дальше. Хедшот тебе, как ему стремительно. Во! Во! Так. Это мы все выбросим, потому что теперь у меня нормальная боевая броня есть. Ну, как-то, мне кажется, что главное, чтобы тебя не повреждали, а это все мелочи. Химические ожоги, то-то вся шляпа. Как бы, ну, надо, но не так. Я лучше вот на это упор сделаю. На пулестойкость от разрыва. А то меня тут снорки ваншотят, ну его нафиг. Ну, прикольно как-то. Не буду я тащить, я и так тащу. Тащи, говорит. Я и так тащу, слышь ты. Тупень несчастный. Установка центрального разблокирована. Еще одна, что ли? Тащу, не переживай. Ох ты, сука! Пугайте, гады. Стреляет. Мочи, тащи. Ну. Во. Нифига там тварь какая, смотрите внутри. Важно, почему же ты не объяснил, зачем ты идешь туда? И как тебе удалось сделать эту фотографию? Ты даже не представляешь, где я был и что я там видел! Ох, стрелок, лучше не лезьте туда. Держись, сынок. Я о тебе позабочусь. Все будет хорошо. И куда ты теперь? Север. На север. Взять документы. Новое задание. А эта штука живая, да, там? Нифига там мутант, короче, внутри какой-то. Мозг. Так, ладно. Здесь, да? Понял. Не тот случай. А что это у меня с выносливостью? Откуда у меня столько всего? А что это как-то, ну, вообще не понял. Что у меня тяжелого-то с собой? Артефакт, что ли? А чувак, я не буду выкидывать, ну его нафиг, пожрём лучше. Патроны вот эти выкинем, буржуйские, мне нафиг не нужны. А что это у меня так патронов? А что мне так патронов-то мало, а? Непонятно. А как у меня может в запасе быть столько? А, там еще бронебойный считается. Не-не-не, контролер, а он, сука. Хурь проклятый, пошел нахрен, жопу тебя.
Эй, я же гранаты подбирал против эти. Нет, нет, не подбирал. Ладно. Не, подожди, я же выбросил тут что-то, это не то, да, вот так, да. А, слышь ты, Аркутагин? Не понял. Он ушел, сука. Гад. Мне бы этот автоматический гранатомет, я бы сейчас сразу разнес. Где-то есть, быстрее. Надо его сразу найти. Ха-ха, нагнул-то, гад. Да. О, это он. Где же ты, стрелок? Черт. Ни доктор, неизвестно где. Как бы мне пригодилась сейчас их помощь. Вернусь в задание, обязательно найду проводника на кордоне. Он там частенько бывает. А через него выйду на доктора. Если стрелок все еще жив, то доктор точно знает, где он. Да. Ну это потом. А сейчас иду один. В эту чертову миссию в подземелье. Васильев не в счет. Только обуза, которую придется оберегать. Васильев в последний момент струсил. И вместо того, чтобы отключить нижние пульты, просто сбежал. Ох он. Когда открылась дверь, не надо было на него полагаться. Правильно, стрелок. Не доверял этим лживым собакам. Мой единственный шанс — добраться до двери раньше контролера. Вот оно как. Не добрался наш товарищ. Контролера его убил. Да. Что делать-то? Что делать? Так оно и бывает. Встретиться с проводником. Появилась эта миссия. Выбраться из лаборатории. Леди и джентльмены, другие подруги. Сегодня мы с вами помогли сделать замеры. Получили защитные устройства, которые позволяют нам не стать дебилом полным и зомбаком, в общем. Проникли в лабораторию X-16 и добыли те самые документы, которые нам нужны. Или нет, не добыли. Не, не добыли. Да, где-то здесь. Надо их добыть. Я забыл. Надо добыть вначале, а потом будем заканчивать. Да, сука, точно надо добыть. А я уже подытоживать начал. А подытоживать рано. Еще нагибчик предстоит-то нам. Нагибчик. А где их взять? Я взял документы? А, документы. Вот, точно. В общем, вот так вот. Взяли мы документы. Да. И в следующей серии будем выбираться. Тут, в общем-то, несложно. Выбираемся из лаборатории X-16 и идем, нет, не к ученым, идем к проводнику и узнаем очень и очень важную правду о нашей личности, о призраке и о всем том, что на самом деле происходит. Именно так. И если вам нравится вместе со мной проходить сталкер, исследовать зону, получать полную жопу огурцов, то вступайте в нашу армию, нагибайте всех, и мы увидимся с вами.